Первая поликлиника в стране, оборудованная для работы врачей общей практики, открылась в Верхнедвинске. В райцентре запустили пилотный проект. На фасаде знакомое всем название поликлиника, но внутри просторные кабинеты, где приемы вести будут исключительно врачи общей практики. Раньше они ютились в приспособленных помещениях. Новое здание проектировали специально для терапевтов. Теперь здесь и оборудование для проверки зрения, слуха. На месте можно сделать электрокардиограмму. Стали обращаться и чаще приходить, потому что мы их вызываем, мы контролируем, мы смотрим. Помощник врача оказывает активы на дому, обслуживает медицинское седра, выполняет патронаж. Это тоже влияет на продолжительность, скажем, в целом жизни пациентов наших. Еще здесь лаборатория, рентген-кабинет, услуги стоматолога, отделение функциональной диагностики и даже массаж. В поликлинике принимают и детей. Медицинская помощь стала доступнее во всех смыслах слова. Старая поликлиника была в 5 километрах от райцентра, но теперь врачи общей практики всегда рядом.